Всем привет! С вами Ярославна Громакина, канал «Наши дети». Сегодня мы будем рисовать в Paint'е цветок. Если вы вдруг не знаете, как открыть Paint, заходим в «Пуск» в левом нижнем углу, выбираем все программы, находим стандартные, и здесь обязательно будет программа Paint. Рисуем вначале нашу сердцевину цветка, можно сделать ее черной. Вот так. Цветок мы будем рисовать, можно сказать, сами, поэтому лепестки будут, все могут быть разных размеров. Протягиваем, давайте другой цвет возьмем, красный, например. Протягиваем прямую линию от одной черной точки к другой. Затем тянем за центр, щелкаем левой кнопкой мыши, тянем за центр лепесток такой длины, который нам нужен. И затем где-то в центре, например, нашего красного лепестка еще раз тянем. Вот, получился у нас такой лепесточек. Вот. Мы не будем ничего копировать, вставлять. Будем рисовать все лепестки самостоятельно. Рисуем следующий. Опять от, уже вот от этой красной точки, которая у нас осталась, тянем до следующей черной. За серединку схватили. И опять за серединку схватили. И тянем так, как нам кажется, будет красиво. Ну, вот так, наверное. Так, опять. Назад. Опять от красненькой точки. Противоположной черной. Серединка. Серединка. Угу. Хорошо. Еще. Такая у нас будет развеселая, не знаю, что это, ромашка. Угу. И вот от красной до красной получается. Серединка. Ой, пардон, не то схватила. Раз. Вот этот краешек схватился у нас почему-то. Ой, а почему так? Кто-нибудь знает, почему хватается на тот край? Потому что я не там брала. Так. Ну вот, вот такой цветок получился. В принципе, мы можем его раскрасить. Раскрасим? Ну, давайте раскрасим. Выбираем заливку. Выбираем, ну, наверное, красный цвет. Мы его вот так разрисуем. Серединку сделать желтенькой, да. Теперь можем сделать общую заливочку. Вот. Может что-нибудь там пририсовать, если хотите. Можно попробовать что-нибудь пририсовать, да. Вот. Вот так вот. Можно нарисовать листик. Чтобы нарисовать листик, мы берем опять кривую. Тянем ее вот так. Затем мы ее слегка меняем. Угу. Потом рисуем еще. Ой, пардон. Угу. Хорошо, спасибо. Потом нарисуем еще одну кривую. Вот. Потом. Угу. Угу, спасибо. Так, потом берем прямую линию. Рисуем посерединке. Рисуем. Вот так, допустим. И заливаем каким-то другим зеленым цветом. Упс. Такой же, что ли? Другим. Ну, вот так. Да? Ну, вы можете еще как-нибудь разнообразить ваш цветок.
Чтобы сохранить, заходите в левый верхний угол, щелкаете «Сохранить как», выбираете нужный формат PNG или, допустим, JPEG, если хотите. Переименовываете, например, «Ромашка», и сохраняете. Заходите на рабочий стол, вот, пожалуйста. На сегодняшний урок у меня все. С вами была Ярослава Громакина, канал «Наши дети». Подписываемся, ставим лайки. Пока-пока.